Всем привет, зрители и подписчики канала Games APS, и мы продолжаем играть в Dark Souls. Первый Dark Souls. Эх, предыдущей серии неплохо так отгребли от этого дьявола, демона, фиг знает кем он был вообще и какого черта здесь делал. В общем, это было довольно сложно, с учетом того, что первый раз я в эту игру играю, но у нас получилось это сделать. Получилось его убить, тем самым мы... получили ключик от решетки, которая вверху, вот там, вот на лестнице. Сейчас мы туда вернемся, но перед этим я хотел бы посмотреть, не выпало ли чего-то того, что я пропустил. Так, человечность. Дает одну единицу человечности и значительно восстанавливает здоровье. Так, хорошо. Ну вот это вот шаги вот эти меня, честно говоря, настораживают. Так, кольца у меня ничего нового. Ну, в целом, больше ничего я не могу найти. Я пока еще не понял, каким образом повышать себе уровень. У меня как бы есть 2680 этих душ, что является, собственно, валютой в этой игре. И я пока никак не могу понять, каким образом качать героя. Вроде как должно быть это происходить то ли возле костра, то ли надо найти какого-то NPC. Честно говоря, я боюсь туда даже возвращаться. Так, давайте попробуем вот эту вот дверь открыть. Что за ней? Я надеюсь, там опять этот товарищ не вылезет. Мне кажется, он где-то ходит, но, скорее всего, там где-то вот. Где-то вот там. Так, хорошо. Ну, это путь уже наверх. А вот там вот, где клетка была закрыта, я хочу вернуться туда и посмотреть, что есть там. Мне это интересно. Только нужно это все делать очень аккуратно. Главное, чтобы он тут... Ну, хотя, в принципе, мы его убили. Я все-таки надеюсь, что здесь есть понятие такое, как квестовые монстры. То есть, если вы раз убили, второй раз он уже... не появится, но это же Dark Souls. Так, да, не забываем, что здесь у нас есть товарищ. Скопытился. Так, и здесь тоже у нас двое и лучник. Надо об этом помнить. Давай, выходи. Надо не забывать фиксироваться на цели, потому что это самое главное. Ну, все-таки впилил, засранец. Ну, не это самое. Не привык я еще к системе боя здешней. Не успеваю я еще уворачиваться от ударов. Ну вот. Самое интересное, что я сейчас опять же таки забыл сфокусироваться на нем. Так, нет, ты меня не убьешь. Я тебя убью. Хорошо. А, нет, подожди, там больше ничего не было, да? Хотя, нет, я про вот эту дверь имел в виду. Так, ну давай, ходи. Хорошо, впилил, не спорю. Опять же таки, блин, надо себя держать на том, что надо... Да не пойдешь со мной. Так, заперто, здесь тоже закрыто. Ну, возможно, потом мы сюда вернемся, но, честно говоря, я фиг знает. Мне не хочется вот... А, здесь уже тумана нету. Я надеюсь, товарища здесь тоже нету, да? И мы не расшибемся, если сюда прыгнем. А что, если мы куда-нибудь запрыгнем? Нет, не получится. Ну-ка. Так, хорошо. То есть, в целом, нормально. Не расшиблись. Хорошо. А, немножко здоровья все-таки это самое. Обронили. А вот сюда я ходил, не ходил? По-моему, ходил. Или не ходил? А, ходил сюда, да, здесь еще один bonfire. И, собственно, там мы были. Там этот лучник, не хочу я с ним связываться. Я просто уйду. Так, ты там не появился заново? Не-а.
I like to nigga. Блин, перестал качать головой. Какого черта вообще я сюда иду, если мне нужно идти туда же, в этот здоровый зал? Блин, ну как обычно. Так, не, прыгать я точно не хочу, прям тут туда. Ладно, выпьем эстуса. Вот сюда нам нужно идти. Так, давайте осмотримся, может быть еще здесь что-то есть. Так, что написано? Отлично, ступай прямо. Но, знаете, вот в игре Dark Souls вам могут говорить ступай прямо, а прямо там вообще что-то такое страшное находится. Но, судя по всему, то, что это начало в целом игры, поэтому можно, думаю, смело туда идти. Хотя, вот по бокам здесь спокойно могут быть враги где-нибудь стоять. Стрелы, например. Так, что это у нас за гнездо? Чего? Вы знаете, я, кажется, помню, что если к таким гнездам подходить, вот где-то я это видел. Вас несет большая-большая такая ворона или грифон, хрен знает кто вообще. Поэтому что-то как-то не хочу. Вы мне в комментариях напишите, если кто знает, что это за гнездышко и зачем оно в целом надо. Вот, если это что-то хорошее, я обязательно туда вернусь. Но так как я нуб и только начинаю играть, я еще ничего не знаю. Я боюсь всего. Вот, знаете, Dark Souls, кстати, сравнивали очень сильно с игрой Zelda. То есть в Zelda там тоже довольно хардкорно. Эта игра на 8-битку еще была. На Dendy, на Nintendo Entertainment System и так далее. Вот, и там тоже поначалу вы очень слабый, никуда не можете пойти. И, по сути, у вас свобода действий, то есть вы можете идти куда угодно. Так же и здесь. В принципе, например, я был там, например, слаб, теперь я сильный и пойду там чистить какую-то локацию. Так, ладно. Смотрим заставку. Only in the ancient legends it is stated that one day an undead shall be chosen. Охренеть. Вот про эту ворону я, наверное, и вам и говорил. Но отличный вид транспорта в игре Dark Souls. Ну, зашибись. Лордрен. Так, ну, судя по всему, это, наверное, скорее всего, какой-то первый город, в который нас сейчас эта ворона принесет. Ох, чувствую, сейчас будет больно. А, хорошо. Ну, во всяком случае, она типа мирная, что ли, типа транспорт. Так, замечательно, уже получше. Я вижу какого-то NPC. Так, хорошо. Лордран. Первый наш город, я так понимаю, здесь, собственно, и будет все происходить. Повышение уровня и типа того. Так, вот самое первое то, что я хочу посмотреть, что есть у этого трупа. Человечность. Замечательно. Я фиг знает, как эту человечность использовать. Давайте отдохнем на всякий случай. У костра. Во. Так, обратить опустошение. Это что такое? Нет человечности. Ага, понятно. Я, наверное, сейчас сделаю какую-то глупость. Я хочу попробовать все-таки эту человечность, наверное, использовать. Что с ней можно делать, я, честно говоря, не знаю. Давайте посмотрим. А что значит сменить? Нет, я не знаю, что это такое. Напишите, пожалуйста, в комментариях. На всякий случай, а то мало ли. Сделаю сейчас что не так. Так. Хорошо. Человечность. О, используем. Так, ну, легче мне, по-моему, не стало. Как был красным, так и остался красным. Так, обратить опустошение. Хорошо, давай. Так, во, у нас 10 фляжек с эстусом. Отлично. Так, теперь он у нас нормальный стал? О, теперь он у нас стал нормальный, зашибись. Хорошо, теперь мы, это мы. Не знаю, зачем эти два нолика, но это, я так понимаю, наша человечность. Ох. Так, новый уровень. Требуется душ 707 для нового уровня. Ну что ж, давайте немножко увеличим себе здоровье, наверное, да? Где-то до... Нет, это сильно
Ну, на единичку, да, наверное, да? Так, как здесь посмотреть, что это такое? Ну, это сила. На что оно влияет, непонятно. Ну, ладно, мне нужна ловкость, потому что у вороты это дело хорошее. Так, сопротивление. Что оно дает? Физических ударов, но... Требуется душ. То есть у меня сейчас не хватит, да, на этот душ? Я так понимаю. Или вот хватает? В целом хватает, да? Вера, человечность. Так. Давайте сопротивление еще качнем. Вот так вот. Так, все? Готово? Да, хорошо. А, что такое вас сжечь, я тоже не знаю. Так, давай поговорим с этим товарищем. Да, недавно пришел. Типа того. You'd have done better to rot in the undead asylum. But too late now. Well, since you're here, let me help you out. Помогай, пожалуйста. Actually, two bells of awakening. One's up above in the undead church. The other is far, far below, in the ruins at the base of Blight Town. Ring them both, and something happens. Хорошо. Ты знаешь, я не знаю, что меня сюда привело и вообще какого хрена здесь происходит. Я понимаю, тебе смешно, ты тут сидишь в латах хороших, смотрю. Так, больше я с ним не могу поговорить, да? Ага. Давай-давай, рассказывай, что знаешь. One of the bells is up above in the undead church. Ага, but понял. The lift is broken. You'll have to climb the stairs up the ruins and access the undead burrow through the waterway. Okay. The other bell is back down below the undead burg, within the plague-infested Blight Town. But I'd die again before I step foot in that cesspool. Но я тебя понял. Так, больше ты мне ничего рассказать не хочешь? Ага, понятно. You ask too many questions. Хорошо. Главное не долбануть его случайно оружием, потому что это будет очень печально, как мне говорили. Так, хорошо. Давайте осмотримся, что еще здесь можно найти. Колоколы какие-то. Но я так понимаю, что нам нужно сначала вверх пойти, как я догадываюсь. Но, во всяком случае, если говорят, что подъемник сломан, нужно... Ну, в общем, фиг знает. Я не знаю, зачем я это только что сделал, ну ладно. Мы сейчас отдохнем и установим один эстус. Так, хорошо. Куда мне нужно идти? Так, здесь у нас путь куда-то наверх. Во все стороны. Давайте так недалеко зайдем, посмотрим, что еще тут есть. Так, ну, водичка это, конечно, хорошо. Сундук открытый. Давайте к нему подойдем, что ли. Мне говорили, что здесь еще какие-то живые сундуки есть, которые могут дымажить. Это не колокол? Нет. Я думал, что это колокол. Это какая-то статуя, но, по-моему, пользы от нее нет. А, что ж ты делаешь? Не на ту кнопку вечно нажимаю. Ну-ка. Нет, не живой сундук. Вороны какие-то, или что это такое каркает? А вот этот. Вот этот огромный ворон. Я надеюсь, нам не придется с ним сражаться, потому что это будет весьма печально. Так, хорошо, давайте пойдем, наверное, где-то в эту сторону. Посмотрим, что здесь. Такие углы, на самом деле, я сейчас делаю тоже очень много ошибок. Я не заглядываю за угол, скажем так, камерой. Потому что здесь могут стоять реально чуваки, которые сразу впилят. Блин, пейзажики, конечно, здесь просто замечательные. Так, слушай, а если мы к тебе ближе подойдем, ты нам ничего не сделаешь, не? Ворон.
И он просто тут сидит. Слушай, не, я тебе под задницу подлазить, пожалуй, не хочу. То мало ли. Умру. Ну, вы понимаете, в чем я. Так, ну, судя по всему, вот здесь что-то лежит, и больше здесь вроде ничего, да, нет? Душа пропащего мертвеца. Но души, это я понимаю, как делать, то есть надо их просто поглощать. Использовать, во. И у меня плюс 200 душ. Ну, плюс 200 валюты, скажем так, игровой. Так, не, падать я, пожалуй, не буду, разве что, может, где-то здесь. Ох. Ну, вроде нормально. С такой высоты допустимо падать. Так, хорошо. Значит, эта дорога нас, по сути, никуда не привела. Давайте идем дальше тогда. Вот сюда. Что-то мне кажется, что мы сейчас... О, ну-ка. Меню жестов. Так, хорошо. Что такое меню жестов? А, ну, в целом я понял, что такое меню жестов. Так. Ну, не знаю, там, радость, кивать, указать вверх. Я не помню, как это делать, честно говоря, как жест использовать, но как-то можно. Зачем это делать, я не знаю. Так, ты у нас мирный? Мирный вроде. Чё надо? Я тоже тебя не знаю, первый раз вижу. Петрус, привет. Ну, ты знаешь... Вот ты только что мне так нагрубил нормально. Понятно. Ты мне ничем не поможешь, я так понимаю. Но я сейчас еще к тебе, конечно же, подойду. Я не знаю, есть ли смысл разбивать эти кувшины. Вы мне напишите тоже в комментариях, а пока что я поразбиваю, пожалуй. That it is not meant in ill will. Ну понятно, вы меня, в общем, боитесь. А, окей, спасибо, что ты мне дашь? No, хорошо. Да я ж не против. Медная монета. Хорошо, что делает у нас медная монета? Медная монета старого Макфлойта. Я даже не знаю, что это. Не знаю, зачем она надо. Так, кувшинчики. Ну, я, честно говоря, не знаю, когда враги начнутся. Вот они могут начаться, по сути-то, в любой момент. Так, но туда прыгать, думаю, нет смысла вообще никакого. Наверх пошли. О, так, здесь у нас что-то лежит. Что у нас есть? Душа пропащего мертвеца. Ну, давайте, может, сразу еще и немножко себе уровня подымем. Так, прыгнем. О, замечательно. Хорошо. С этим разобрались, то есть хорошо. Еще один проход у нас остался, да, вроде в ту сторону. Там я был... Сюда ходил, вот туда еще не ходил. Но, по-моему, это тот же... Туда же, да? Ведет дорога, нет? А, вот еще что-то лежит. Огненная бомба. Я не знаю, как этим пользоваться. Вернее, я примерно догадываюсь, как этим пользоваться. Но пользоваться я этим точно не буду. Так, ну и того, я так понимаю, у нас одна дорога. Вот туда и наверх. И, собственно, вот в эту крепость, в город, вход, что ли. Так, давайте-ка мы попробуем еще раз себе что-то поднять. Я думаю, сила это что у нас делает? Сила у нас... Так, оружие, левое оружие. Так, ну, да, влияет, собственно, на оружие, да? Выносливость, ну... В целом, нам надо здоровье, ловкость и сила. Больше нам ничего, по сути, не пригодится, поэтому... Давайте я, наверное, здоровье качну. Вот так вот. Вот во второй части, кстати, прикольнее сделано. То есть видно, сколько вы потратили. Счетчик так уменьшается, прикольно. Так, ты мне больше ничего не хочешь рассказать? Ну, денег дай. Хорошо. Хорошо, все, я ухожу. Я тебя не трогаю. Так,
Ох, так, не туда пошел, да? А, нет, вот сюда. Но, вперед за приключениями! На свою задницу. Ага, вот у нас вражина стоит. О, подходи. Давай, иди сюда. Так, ты следующий, да? Отлично. Так, а вот тебя я, пожалуй, выманю поближе, да? Иди сюда. Во! Во-во-во-во-во! Кто-то в нас швыряет, по ходу дела. Ага, понял. Но я думаю, сначала я с тобой разберусь, а потом уже посмотрю, что там лежит. Давай, швыряй. Давай. Так, я, пожалуй, свалю очень быстро. Потому что что-то как-то там их больше, чем меня. Ну давай, иди сюда. Так, вы, по-моему, попадали, да? Вот этот может, кстати, мне нехило так впилить. Хорошо. Так, сверху еще стоит один, но я думаю, мы к нему доберемся. Для начала я хочу посмотреть, что здесь. Душа пропащего мертвеца, замечательно. Пока что я их использовать не буду, пускай уже накапливаются. Вот туда можно прыгнуть, судя по всему. Ну, я, честно говоря, не знаю, как это делать в плане... Нет, я, конечно, догадываюсь. Но умрем таки, умрем, чё? Ну да. Да, первая смерть по глупости. Я на самом деле не знаю, как прыгать. Ну, вернее, сейчас, короче, будем учиться. Ну да, конечно, ты сразу стал красным. И враги наши все там, естественно, отреспаунились, мне кажется, да? Сейчас посмотрим. Конечно. Давай, иди сюда. Давай, сюда иди. Ну, я боюсь туда прыгать, на самом деле. Ну, давай. Не хочешь? О! Ах ты, блин, засранец. Что ж ты, блин, не ту кнопку нажал. Воу-воу-воу. Не-не-не-не-не-не-не. Пожалуйста, уйди. Так будет с каждым. Так, хорошо, но, судя по всему, я так и остался неоживленным. Я не знаю даже, есть ли смысл возвращаться к костру. Сначала я разберусь вот с этими товарищами. Давайте ко мне все. Ко мне, сказал. Быстро, по одному. Бежишь? Хорошо. Но ты не добросишь ко мне. Давай, иди сюда. Ох. Ну и ты иди сюда, что ли, уже? Я не знаю. Хорошо. Я опять забываюсь концентрироваться на них. Просто я думаю, что если я сейчас... да, конечно, если я сейчас вернусь к костру, то... Понятное дело... Давай, бросай. Бежать, очень быстро бежать. Вот камера в Dark Souls просто работает не на меня. Потому что не видно вообще, куда ты бежишь. Не видно, куда ты ступаешь и все такое. Но это хардкор. Давай. Хорошо. Ну, они мрут, в принципе, с одного удара, поэтому не страшно. Так. Вот эти вот, конечно, здесь очень опасно. Прямо очень опасно здесь. Но в целом... Тихо. Какой же он страшный. Не, никого нету, да? В целом, можно попробовать вот отсюда как-то спрыгнуть туда вниз. Но я не уверен. Просто как я там дальше пройду? Наверное, все-таки... Все-таки ну его нафиг. Я еще пока не настолько опытен в этой игре, чтобы прям брать, врываться там, я не знаю, во все бои. Никого нету.
игра очень подлая, то есть вот в таких местах может быть реально замануха. В том плане, что вы пришли, подобрали, а на вас там сзади кто-то выскочил. Ну вот, очень страшные коридоры. Так, что у нас там? Ты у нас враг, да? Ох ты, нифига. Ты у нас крыса. Так, ну, проблем с тобой я особых не нашел. Почему у вас только души пропавших мертвецов? Почему нет ничего другого? Так, давайте сначала сюда сходим, да? Наверх. Ну, наверх так наверх. Во, дневной свет. Это зашибись. Так, кто ты у нас? Ну, сюда иди. Что у нас там происходит? Кто там бегает? Так, вас там двое, да? Ну, по одному. Не очень прикольно драться в таких местах, потому что ломается оружие. Город нежити. Хорошо. Почему-то я не могу вертеть камерой. А, ну да, я зафиксировался на нем. Где-то я видел, что эти бочки еще некоторые взрываются. Но на самом деле фиг знает. Так, вниз туда падать я не желаю. Ага, ты идешь, да? Ну иди давай. Выходи на честный бой. Ну не совсем, конечно, честный. Ты не умеешь, как я. Смотри. Эч, эч, эч. Все. Так, хорошо. О, потихоньку. Потихоньку, потихоньку вникаю в суть дела. Так, ну да, конечно, ты за мной побежишь, естественно. Давай. Не хочешь? Хорошо. Давай с тобой сразимся здесь. Не смог? Смог! Тихо. Спокойно. Немножко душ. Так, ну... Нет тут никого? Не, здесь, кажется, спокойно. Ящики. Просто за всякими вот этими ящиками могут быть типа скрытые проходы, как я понимаю, и всякого рода люшки. Так, наверх я туда залезть не могу. Окей. Хорошо. Так, по бокам у нас тоже лестниц никаких вроде нету, да? Хорошо. Но вот туда я заходить как-то еще не хочу. Я пока еще здесь не все осмотрел. Давайте вот туда дальше по коридору сходим. Там закрытая решетка была. И посмотрим, что там. Так, ну в целом надо запомнить, что монстрики-то оживают, когда вы возле костра сидите. Поэтому норм. Понял. Значит, нам все-таки куда-то в ту сторону нужно двигать. Ты... Что ты делаешь? А ты как сюда придешь? Ну-ка, давай. Мне даже интересно, как ты сюда заберешься. Давай. То есть ты... Придурок. Ну давай, выходи на равный бой. Да, конечно, давай, смотри. Оп, все, и нет тебе. Так, ну, слушайте, вниз падать вообще не вариант, мне кажется, да?
Вот здесь, кстати, хорошее место потренировать навык прыжка. Зачем мне щит? Я фиг его знает. Наверное, двуручным, конечно, удар получается лучше, да, во всяком случае. Чем-то на ассасина похож. Так, так, ну это блок. Это я понял. Так, хорошо. Я хочу понять, каким образом я могу прыгать. То есть, перепрыгивать, скажем так. Всякие... А, вот, нормально, понял. То есть, с разбега и, грубо говоря, нужно разбежаться. То есть, смотрите, я бегу и просто нажимаю еще разок на Б. Ну, кому я это рассказываю, скорее всего, кто смотрит это видео, наверное, все-таки как-нибудь доиграли в Dark Souls. Но, ну вот сюда можно попробовать спрыгнуть. Поднять. Большая душа пропащего мертвеца. Замечательно. На самом деле, неплохо было бы к костру вернуться, но... Что-то мне кажется, что сейчас вот таким образом я спущусь вниз, вот там вот лесенка, да, и смогу открыть вот ту решетку. Скорее всего, так оно и будет. Так, куда ты прыгнул? Ага. Что? Кто? Ты? Давай. Блин, вас там двое. Вас там двое. Слушай, я не согласен. Ну, хотя иногда и согласен. Вот эти бочки, по-моему, взрываются. Давайте проверим разочек. Нет, нормально. Какие-то бочки взрываются. Мне говорили об этом. Так, хорошо. Здесь у вас больше ничего нет интересного? Так, здесь больше ничего. Я опять же таки могу пропускать какие-то секретки и так далее. Я еще мало чего знаю про игру. И если вы мне даже подскажете, то скорее всего это я увижу, наверное, в третьей серии. Потому что записываю две серии подряд сейчас. Так, пошли дальше. Но я тебя вижу, ты не спрячешься. Первый, давай, второй. Ну, сюда иди. Ах ты говно. Не получится у вас ничего. Так, хорошо. Мусор, замечательно. Собрали мусора. Можете мне, кстати, еще написать, влияет ли вес того, что я ношу, на скорость персонажа. Мне это тоже важно. Так, ну я пока не увидел спуска вниз. Ну, вернее, вот те, ту решетку открыть каким образом. Может, я что-то пропустил где-то, нет? А, вот сюда еще не ходил. Нет, отсюда я пришел. Так, окей. Тогда нужно лезть, скорее всего, по лесенке наверх. Во всяком случае, это единственный... Да, слушай, уйди ты от меня. Прицепился, ну. Так, там ходил товарищ, мы его, в принципе, зарубили. Может быть, еще один. Так, хорошо, тут нам не пройти. Как я понимаю, да? Ну да. Ладно. Так, хе. А вот это уже интересно. Как я туда могу попасть? Или я это пропустил, или... Сейчас там пройду. Ладно, давайте сначала туда сходим. Заберем вот эту фиговину. Человечность. Ну, сейчас, я думаю, вернемся когда к костру, уже к концу, думаю, серии. И там восстановим человечность свою. Так, ну... У нас остался еще один неизведанный нами, скажем так, вариант. Это вот это вот темное место. Так, ну... Если я вот туда вот прыгну, я не расшибусь? Нет, я не расшибусь. Мне нужно вот сюда как-то попасть, но здесь закрыто, судя по всему. То есть я никак не могу попасть вот в это строение. Сейчас, конечно, посмотрю отсюда, здесь получше видно. Да, вот сюда я никак попасть не могу, судя по всему. Не, можно запрыгнуть, конечно, попробовать. Но вниз, если падать, то это уже, по-моему... С концами. Честно говоря, не очень хочу. Отсюда я... Я уверен, что я оттуда никак не допрыгну. Даже если бы, наверное, умел это делать.
Ладно, давайте пойдем тогда в туманчик. Посмотрим, что там. Я думаю, сейчас мы найдем ближайший бонфайр и на этом серию закончим. Но для начала давайте его сначала найдем. Так, что это у нас такое? Это не рычаг никакой, не? Но давайте сначала, да, его найдем. Не туда. Но здесь вот как бы, знаете, как говорится, два варианта. Либо здесь сейчас будет что-то очень злое. Здесь я еще зашел просто посмотреть, не забыл ли чего-то. Либо просто следующая локация и костер. Ну что ж, пошли смотреть, что у нас здесь. Так, хорошо. Пока никто нас не бьет, и это радует. Вот только что я слышал, вроде как бегал кто-то, нет? Наверху там никого не стоит. Стоит, кажется. Фиг знает. Сейчас пойдем туда смотреть. Но я слышу, да, кто-то бегает. Конечно же, он к нам сюда не придет, да? Он страшный. Похож на этого чувака красного с рогами из Звездных войн. Я не помню, как его. Джавдет, по-моему. Так, оттуда шаги. Страшное дыхание. Что у нас здесь? А-а-а! Твою ж мать. Я уж думал, все. Вот оно, Dark Souls какой. Я не могу понять, кто там бегает. Ну ладно, так. Давайте, навык прыжка. Так, бежим и прыгаем. Блин, надо больше разбега взять. А что ж ты будешь делать-то, а? Нету места для разбега, реально. Но я хочу туда попасть, и мне это нужно сделать. Так, хорошо, давайте. Воу. Что за фигня? Ни хрена! Что там за летающая хрень? Надеюсь, ты не вернешься? Ладно. Так, хорошо, практически хорошо. Но я хочу. Это, по-моему, вот как раз таки. Таким образом я попаду туда, куда мне надо, нет? Блин, я очень сильно хочу туда попасть. Но, по-моему, это невозможно, мне кажется. Или я что-то неправильно делаю? Ладно, фиг знает. Попробуем тогда попозже. Вообще-то я хочу сейчас бонфайр найти. Вот самое главное. Туда вернуться мы всегда успеем, даже если вы там что-нибудь в комментариях мне подскажете, как делать. И, собственно, все будет хорошо. Так, здесь я вижу лестницу, но, судя по всему, мы туда еще вернемся. Мы туда еще дойдем. Но мне нужен костер. Но я еще пока не вижу костров. Так, ты хочешь у меня первый отхватить, да? Получай. Так. Лучников. Ай, лучники! То, что я и говорил. А, нифига. Нормально ты мне так впилил. О-о-о-о, валим, валим, валим. Быстро валим. Это очень... Так, я, пожалуй, вот сюда спрыгну. Срочно попью. Давай, иди сюда. Но почти. Почти удачно. Так, что? Душу мертвеца я поднял, да? Почти удачно. Ну, нормально, нормально. Жить можно. Что с этими лучниками делать, я пока не знаю. Ну, чё не знаю. Можно щит взять в целом и просто закрыться от них. И аккуратно к ним пройти. Это же вы там вдвоем, да? Товарищи. Так, что у нас здесь? Открытая дверка. Хорошо. Так, ну, в целом понял.
проход туда. Но сначала мне нужно этих запилить. Ты еще не то чтобы лучник, ты даже целый арбалетчик. Пропустил. Так, ну там обычные, да, пехотинцы. Но, пехотинцы, это громко сказано. О, отлично, нашли бонфайр. Сейчас главное, чтобы здесь никого не было. Кто меня чем бросает? Ладно, это уже не важно. Скорее всего, бросают где-то вот оттуда. Ну или вот оттуда. Откуда-то бросают, в общем. Короче, давайте на этом закончим эту серию. В следующей серии пойдем крошить тех, кто возродится. Сейчас проверим здесь все бочки. Но перед тем, как это делать, я хочу немножко поднять себе, да, уровень. Перед тем, как заканчивать серию. Так, хорошо, у нас есть костер. Замечательно, мы возродились. Так, кстати, если я зажег костер, соответственно, я... А, все, нормально. То есть зажигать их можно, не боясь за то, что монстры возродятся, мобы. Но если вас убьют, то вы, в принципе, появитесь здесь, как я понимаю. Ну, возле ближайшего костра к вашей смерти. Так, хорошо. Что такое вас сжечь, я даже не знаю. Так, давайте для начала... Используем нашу человечность. Чем больше раз мы умираем, тем меньше у нас становится фляжек с эстусом. Но это я уже понял. Так, души использовать. К сожалению, нельзя, как Dark Souls 2, все использовать сразу. Ну, там несколько штук. Надо их по нескольку. Так, ну я даже не знаю, насколько нам хватит. Большая душа. Ну, давайте ее используем. Я не знаю, зачем они нужны, серьезно. Ну, то есть, я понимаю, что на них можно, как бы это, такие небольшие деньги, что ли. Так, огненная бомба. Я не хочу использовать, не имеет ценности, мусор. Так, знаете, что сделаем? Давайте, давайте сложим. Тут, по-моему, как бы костер еще в виде сундука, может, нет? Обратить опустошение, кстати, да, я забыл душу схавать одну. Человечность. Вот, давайте используем. Не знаю, стоит ли делать это настолько часто. Ну, фиг знает. Надеюсь, вы мне об этом скажете в комментариях. Так, новый уровень. 7-й уровень у нас уже будет. А, 8-й даже. Так, давайте... давайте силу, наверное, увеличим на 2. Ловкость. Так, ну и на здоровье нам уже не хватает, да? Можно в целом сопротивление увеличить, но хотя... Да, наверное, давайте сопротивление увеличивать, чтобы больше все-таки как-то рассчитывать на то, что мы можем не успеть уклониться. Ну, по крайней мере, на ранних этапах игры. Так, 10-й уровень. Нормально, нормально. Так, здоровье я себе пока не повышал, силу и сопротивление. Да, давайте так сделаем. Со следующего уровня будем уже заниматься здоровьем и, наверное, ловкостью. Что такое воджечь, я не знаю. Человечность, наверное, собирается, если я убиваю товарищей, скажем так, живым. Так, ну что ж, давайте на этом закончим нашу серию. Подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайки, не забывайте подписываться на группу ВКонтакте. Ну, все как обычно. И до следующей серии. Всем пока.